не знаю, где установить стрельно. Ё-моё. Че, это он тебе написал? Упс, бывает. Ух, тут поворот! Да-да-да. Нифига там фура между... И вот оно еще когда тормозит. Еще когда тормозит, там типа получается... Что за бардак у вас там происходит? Причины остановки вообще на обочине без разрешения. Я вылетел с дороги, встречка с поворот не вписал и заехал на пол. Чтобы лоб не дать, я на обочине. Вынужденная остановка. Да. Нифига там скачет чел. Встречка не такая страшная. Денис записан. На Руси зима очень лютая, а в моем лесу... Ребята, чего вы так отстали, ребят? Кто впереди? Да тут не дает вот обогнать. Круто. А, можно оно... А, нет, я же так не сразу. Осторожнее, осторожнее, тут, короче, в средней крайне левой стоит. Ведущего, замыкающего не перебивает. Да что там впереди-то? Впереди-то что? Там попутка вроде. Кидается же, чё ты? Вон нормально человечек по встречке едет. Бля, там чел разложился. Тормозишь, ты хоть предупреждаешь. Да, тормози. Я практически молчу. Ля, я прошу. Ля, нормально. Он заснят свой. А мне даже ничего не понял. Мне его помогал. Оля, пацана разложила. Я уже залагала дико. Дурачка подрезал. Ой, дурачок подрезал. А что у меня за лаги такие, не пойму. Ля-ля-ля, что творит? Ля, минус Шкода. Ля, на минус негативчик. Я остановился, меня не воткнули. Да блин. Иди себе, проблем. Бля, мы уже 40 тел почти в топе. Ой, пизда. Чтобы меня хоть видели. Бля, пиздец, а где прорисовка-то? Можно мне, пожалуйста, прорисовать? Блять, кто впереди едет? Авария, пацаны, авария, стоим. Останавливаемся, пацаны. А, ну, блядь, понятно. Хай тормози. В очко там все подуди, блин. Ты в восьмом канале, да, лось. Да. Не, подожди, не этот. Еще один, вроде, следующий. Это с ДД, а тот с Кале будет уже. Ну, давайте давай. Только не в коле заезжать, а поехали прямо в него. Так мы прямо едем в порт. Только не в порт он ожидает. Ну... Хай пропусти. Спасибо. Там чел глохнет справа. Нам. Ой-ой-ой, пацаны, стоим.
Хай, тормози. Да там, блядь, лохи едут просто. Блядь, дудка ебаная, нахуй. Так бы дал повалить, блядь. Ой, тут тачка, слышь, тут авария дикая, кстати. С моей стороны, мне никак их не облегает. Аля, так он от... ебать его прижал. Давай сзади меня. Приезжай. Спасибо. Блять, вот он, пиздец, вот он. Вот она слева-то, родная. Просто прямо едь и всё. Поперли вольвочка. Вот там внизу мне банда. Расширение. Поехали. Ой, пипец, у меня прицеп дрифтит, ой-ой-ой. Ой, бля. Ля, бля, чё творят? Боже, животное. Твою мать. Ебать, там Мерседес занизили. Да, это же да. Так, блядь, тихо, аккуратно, тут свечки. Шкода нам глупо. Бля, ёб никого не прицеп. Бля, здесь меня быстрее ёб. Тебя ёбнули? Ну, чуть-чуть ёб. Ты либо разгоняешься резко по тормозу, короче, даёшь, то есть всё равно прицеп разгоняю. Аккуратнее там чел. Ой-ля-ля! Либо я ненавижу этих дурачков, они такие вообще просто. Пипец, просто такая скотина. На Мерседесе обосранный. Мой кам. Ой, красиво. Подожди. Чикати сзади Мерсер разложился. Да. А это мало. Пэр заснял? Это Скания, что это? Это Скания, да? Север. Тоже сяд! Север, когда будешь тормозить, ты реально тормози, а не в дрифт уходи. Потому что тут... Реальный тормоз, то тапочку дальше это нет. Патик может в меньшем метре от меня, а я от Ника и Ника... Вот... Тут лесенка вся колонна. Да, если влетишь, то все, пипец, я... Да ладно, я постараюсь аккуратно. Аккуратненько влетей, да? Север, ты еще возле этой бабочки? Бабочки не на 100... Стоп, сколько ты там летишь? Прошел уже бабочку? Не-не-не. Какую бабочку? Там бабочка есть. Ну я у заправки еду. 118, 117, 116. А почему, вопрос, а почему Вольвы позади меня все колеса крутят? А, вон, я вас вижу, пацаны, как вы тут живете. Это магия, что это как? Ля, вы чё встали-то, пацаны? Чё, ты... Чё, вафлицы, вы чё встали? Ну, ты...